А мечи накануне променяли домашний уют и даже сон на культурное развлечение. Ночь искусств прошла в Прииртышье и по всей России. В день акции учреждения культуры работают дольше обычного. В Крывеческом музее Омска гостям подготовили экскурсии, мастер-классы, квест-игру и даже концерт. Только в эту ночь некоторые экспонаты посетителям разрешили трогать руками. Вечерний визит в музей – акция, которая проходит один раз в году и привлекает большое количество зрителей. Многие приходят, если не целыми семьями, то с детьми. У нас рабочий день, да? Если мы сделаем день искусств, как правило, мало кто сможет посетить. Поэтому выбрана все-таки ночь искусства, когда люди после работы могут все-таки провести с семьей время, культурно провести время, да? Познакомить с музеем детей, да не только с музеем, с любым другим культурным заведением, провести культурный вечер вместе, не около телевизора.